мигранты остаются главной проблемой немцев, хотя каждый пятый немец из мигрантов. В Брюсселе обезвредили террористов, в этот раз на учениях французского спецназа. И снова рука Москвы. Американская пресса утверждает, что Россия помогла Трампу победить. Интересное кино. Режиссер фильма «Основной инстинкт» Пол Верховен возглавил жюри на Берлинале. Самая большая проблема немцев – мигранты. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической компании по заказу телекомпании ЦДФ. 58% немцев считают беженцев и их интеграцию важнейшей проблемой страны на данный момент, несмотря на уменьшение наплыва беженцев. Почти две трети, это 60%, опасаются, что деньги, которые выделяет государство на мигрантов, можно было бы потратить на другие, более полезные цели. И еще 52% опрошенных опасаются, что миграция приведет к росту уровня преступности. Чуть меньше трети считают, что беженцы являются угрозой для культурных и социальных ценностей Германии. В этом году ожидается, что принудительно или добровольно территорию Германии покинут более 100 тысяч иностранцев, которые не могут претендовать на статус беженца. По данным статистики, половина из миллиона мигрантов, которые прибыли в Германию в 2015-16 годах, не имеют перспектив получить этот статус. Тем не менее, уже сегодня каждый пятый житель ФРГ имеет миграционные корни. Это почти 20% населения Германии. Число таких людей увеличилось по сравнению с 2014 почти на 2 миллиона человек. Турецкие власти задержали 4 немецких дипломатов. Инцидент произошел в одном из аэропортов Турции. Сотрудники немецкого МИДа пропустили свои авиарейсы из-за допроса полиции. Об этом сообщает Daily Sabah. По информации издания, в турецких аэропортах полиция ввела новую процедуру допроса для владельцев немецких дипломатических паспортов. Как сообщает издание, допросы намеренно затягиваются. Многие из них длятся часами. Новшество – инициатива турецкого министерства иностранных дел и МВД Турции. Его ввели после скандала с задержанием в одном из аэропортов Германии заместителя спикера парламента Турции Айши Нур Бахчейкапылы. Ранее во время визита в Германию ее дипломатический паспорт украли, и ее без документов задержали в немецком аэропорту сотрудники полиции. После этого инцидента Министерство иностранных дел Турции выразило свое недовольство немецкому послу в Анкаре. Германия направляет в Украину военных инструкторов. Министерство обороны Германии отправляет в Украину военных инструкторов для помощи в подготовке личного состава сухопутных войск украинских вооруженных сил. Соглашение о таком сотрудничестве подписали Минобороны Германии и Украины. В ведомстве подтвердили информацию о том, что немецкое и украинское министерство обороны договорились о предоставлении Украине помощи военных инструкторов. Соглашение подписали в Киеве заместитель министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции Игорь Долгов и парламентский статс-секретарь при министре обороны ФРГ Ральф Браускипе. В соответствии с договоренностью, немецкие военные инструкторы прибудут в Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного во Львове уже в начале следующего года. Французский спецназ показал европейским чиновникам, как нужно бороться с террористами. Учения провели прямо в здании Европейского совета в Брюсселе. Французские силы специального реагирования вместе с коллегами из Бельгии, Словакии и Нидерландов продемонстрировали свою возможную реакцию на нападение боевиков. В феврале этого года, через несколько месяцев после нападения террористов на Париж, Франция и Бельгия решили усилить свое сотрудничество в борьбе с исламистскими радикалами. Такое решение было принято в том числе и с целью улучшить отношения между странами, так как после ноябрьских терактов Париж обвинил власти Бельгии в том, что Брюссель не смог предотвратить атаки на столицу Франции, которые готовили именно на территории Бельгии. Учения прошли во время конференции министра внутренних дел Евросоюза. Главы МВД обсуждали новую стратегию ЕС по борьбе с терроризмом и контроль за въезжающими в Евросоюз мигрантами. В совещании принимал участие и новый французский министр внутренних дел Бруно Леру, который сменил на этом посту Бернара Казнева, назначенного новым премьер-министром Франции.
Россия вмешалась в ход предвыборной кампании в США и содействовала победе Дональда Трампа. Доказательства этого есть у ЦРУ, сообщает Вашингтон-Пост со ссылкой на высокопоставленных чиновников. По данным издания, в секретном докладе Центрального разведывательного управления говорится, что Москва вмешалась в ход президентских выборов в США не только с целью подорвать доверие к избирательной системе страны, но и чтобы способствовать победе кандидата от республиканской партии Дональда Трампа. По данным журналистов, американским спецслужбам удалось идентифицировать лиц, связанных с российским правительством. Разведка США вычислила, что именно они предоставили WikiLeaks тысячи электронных писем со взломанных аккаунтов представителей Национального комитета Демократической партии, в том числе главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Хиллари Клинтон Джона Подесты, пишет Вашингтон-Пост. По оценке ЦРУ, эти россияне, известные американской разведке, проводили масштабную операцию для достижения цели России увеличить шансы Трампа на победу над Хиллари Клинтон на выборах 8 ноября. В команде Дональда Трампа подобные обвинения отрицают. Это те же люди, которые говорили, что у Саддама Хусейна было оружие массового поражения, сказано в заявлении, распространенном представителями будущего президента США. Сам миллиардер утверждает, что ему неизвестно, кто стоит за хакерскими атаками на системы. «Это могла быть Россия, а мог быть и Китай, или какой-то парень из своего дома в Нью-Джерси», заявил Трамп в интервью американскому журналу «Тайм». Председателем жюри на Берлинале станет известный нидерландский режиссер и сценарист Пол Верховен. Об этом сообщила пресс-служба Международного кинофестиваля. Директор Берлинале Дитер Косли отметил, что Верховен – это режиссер, который работал в разных жанрах, как в Европе, так и в Голливуде. В копилке его фильмов отражена его творческая многогранная смелость и стремление к экспериментам. Самые известные картины Верховена – боевики «Робокоп», «Вспомнить все», триллер «Основной инстинкт». Берлинский международный кинофестиваль «Берлинале» впервые прошел 6 июня 1951 года. Его основателями стали союзники по Второй мировой войне – США, Великобритания и Франция. Наряду с Каннским и Венецианским фестивалями он считается одним из самых крупных и престижных в мире кино. «Берлинале» ориентируется в основном на так называемое авторское кино. В конкурсной программе участвуют художественные полнометражные и короткометражные фильмы, снятые не ранее, чем за 12 месяцев до начала фестиваля и не демонстрировавшиеся на других смотрах. Будьте в курсе событий. Все новости Германии, Европы и мира на сайте Нового времени n-z.tv и на наших страницах в социальных сетях.